Всем привет, друзья! С вами Team One Point. Мы продолжаем играть Need for Speed Payback. Да, в этот раз у нас не прохождение, а просто я хочу съездить в магазин и прокачать себе для последующего прохождения уже Nissan Silvia S15, потому что мне кажется, этот автомобиль для дрифта будет просто самый сумасшедший и очень будет хорош для такого типа состязаний. Кстати, насчет моей машины, на которой я сейчас езжу, вы все помните, потому что это все-таки Xbox One, и на нем я проходил игру. Это Buick, который я взял в начале игры, и он у меня уже прокачан под такой небольшой сутенер мобиль. И он, кстати, уже огромного уровня у меня. Уровень 288, а максимальный у него 300. То есть остается буквально 12 пунктов, и машина будет прокачана в максималке. Ну и что мне хочется про него сказать? Я проходил на трансляции на S2000 в ПК-версию игры. И знаете, что вам скажу? Из 2000 намного, намного лучше, чем этот Buick. Поэтому, если вы будете проходить карьеру, обязательно вначале берите S2000, а не Buick. Потому что повороты он проходит просто ужасно. А у S2000 все хорошо. Ну что же, мы зашли в магазин Drift. Здесь у нас продаются все машины в категории Drift. Итак, вот она, наша Silvia, 61 100 долларов стоит. Ну, давайте покупаем ее. И да. Ну что же, давайте использовать сразу эту машину. Прокатимся на ней в стоке. Посмотрим, в стоке-то она нормально боком едет или нет. Так, естественно, у нас поменялся сразу персонаж, Мак, потому что Тай у нас не умеет управляться с дрифтовыми автомобилями. И... ну-ка, надо ее чуть-чуть поднастроить, мне кажется. Что у нас по настройкам есть? Угол дрифта. Я хочу угол дрифта больше. Развесовку ставим назад. И мощность ручного тормоза, наверное, слабее. Да, слабее поставим. Ну-ка, посмотрим теперь, как у нас автомобиль в стоке поедет. Вот это вот интересный эксперимент. Небольшая скорость и... слушайте, а очень хорошо управляется-то. Реально очень хорошо управляется. Ну-ка, сейчас нитрушечки поддадим. Я думаю, на скорости должен нормально войти в поворот. Только нужно поворот какой-нибудь выбрать. Но тут у нас был трафик, поэтому мне пришлось к стене притереться. Но в целом автомобиль-то даже в стоке нормально боком едет. Ребята, вот это открытие, а? Слива в стоке едет боком хорошо. Так, блин. Вообще круто, а? Тачка-то нормально так валит в стоке? Я даже не знаю. Смысл-то ее вообще прокачивать? Но правда, мы сейчас будем прокачивать только внешку на ней, потому что нужны на нее детали, а детали у нас зарабатываются в гонках. А, к сожалению, в пробной версии игры всего лишь две главы, и дрифтовых гонок у нас нету. Но, как я сказал, я эту машину готовлю себе на будущее. И вот она фигня. Вот она фигня в том, что этот автомобиль даже начинает уходить в занос даже тогда, когда я не нажимаю ни на ручник, ни тормоз, что обычно в этой игре происходит, после чего как бы занос. Странно, очень странно. Давайте сейчас я еще раз попробую раскачечки сделать. Не, в этот раз пришлось нажать чуть-чуть тормоз. И, в общем, ребят, да, вот мне кажется, вот такая характеристика, точнее, такая настройка в автомобиле идеально, что для дрифта, что для заездов гоночных. Тут угол дрифта у меня стоит большой, развесовка назад и мощность ручного тормоза слабее. Мне кажется, вот так вот для дрифта просто супер, потому что нажимаем тормоз, зад сразу заносит, и угол дрифта у нас побольше. Это просто нам поможет управлять машиной во время дрифта, потому что бывают очень такие резкие повороты, и нужно, чтобы машина очень быстро поставилась боком, поэтому, мне кажется, так будет удобнее. Но, опять же, каждый настраивает под себя. Я не буду тут вам что-то говорить такого прям очень нужного. Попробуйте, как я сказал, посмотрите, может быть, вам понравится. Кстати, у меня на версии игры для Xbox One куплен еще один гараж. Он находится вот тут в центре. Давайте сделаем быстрый переход. И, конечно же, сейчас начнем уже делать визуальную часть нашей Silvia. Итак, вот она, наша пока еще стоковая Nissan Silvia S15. Давайте зайдем в визуальную модификацию. У меня, кстати, открыто практически все, кроме, по-моему, диффузоров, да. Только диффузоры не открыты, поэтому сейчас я вам покажу полнейший тюнинг, что можно сделать с Nissan Silvia S15. Может быть, вам что-то из этого понравится. Ну, а я буду просто делать тачку под себя. Итак, выбираем капот, и, значит, есть такой, такой и вот такой. Я уже знаю, что вы хотите, чтобы я сделал Silvia стилово, но нет, нет, не будем это делать, поэтому я ставлю вот такой вот карбоновый капот. И передний бампер, давайте посмотрим, что по передним бамперам. Есть у нас гараж Mac, довольно неплохой, мне нравится. T-West есть, понятно все. И Rocket Bunny,
Вот на самом деле я не знаю, но Rocket Bunny мне как-то уже поднадоел, поэтому мне, я, наверное, Garage.Mag поставлю, да. Выглядит неплохо. Кстати, смотрите, тачка уже с передним развалом. То есть я взял ее из гаража для дрифта, поэтому вот спереди у нас уже есть развалчик. Так, фары. Значит, вот... Кстати, в этом что-то есть. Отлично, с накладочками есть у нас фары. Стемненные с накладочками. Синие, желтые. Голубенькие. Просто голубенькие с прорезью для турбины, я вижу. Так, желтые для турбины. Такие... Черные, вот такие. Блин, очень много. Как бы довольно большой урфа. Желтые, опять синие, фиолетовые. И вот такие вот с турбином. Мне понравились с накладками. Я хочу с накладками. Прямо это топо выглядит. Еще вот синие можно сделать. Но я не хочу синие, я хочу просто обычные фары. Ну вот, темные можно сделать с накладками. Так, ставим. Уже такая прям у нас злобная Сильвия получается. Так, сплиттера. Си-Уэст у нас есть. Такой, такой. Такой Rocket Bunny у нас, конечно же, не поставится, потому что у нас не стоит от Rocket Bunny бампер. И... вот это охренительно выглядит. Это надо поставить. Хоть эта тачка становится больше для... Выглядит как будто она для тайм-атека, чем для... Ну, для дрифта. Ну, вы поняли очень. Так, к сожалению, не могу посмотреть я, потому что не совместим с этими бамперами. Эх, ну ладно, давайте поставим тогда Garage.Mag. Блин, она прям становится очень. Она не для дрифта прям у нас, а для тейматека. Ну ладно. Так, дальше давайте посмотрим, что у нас с крыльями. Nissan. Ну, неплохо Nissan, кстати. Так, Си-Уэст, Garage.Mag. Вот, кстати, вот эта деталь типа а-ля как бы, ну... Вот для нашего бампера переднего. Но что-то мне она как-то не особо нравится. Rocket Bunny, конечно же, я не могу поставить. Edge возможен. Си-Уэст опять же. И Rocket Bunny все-таки я могу сбоку поставить. Но это выглядит как-то... Как-то жестко вообще. Я уж хочу задние пороги сам выбрать. Ну, да, это... Не, это как-то вообще неказисто смотрится. Я не знаю, зачем они эту возможность дают. Но, наверное, блин, либо... Edge поставим, Vertex Edge, либо Garage.Mag. А, че лучше-то смотрится? Мне как-то Garage.Mag больше нравится, поэтому его возьмем, он такой попроще. Из выпендрежа. Так, боковые зеркала, у нас есть Си-Уэст и Garage.Mag, но это че? Не хочу. Пороги, что у нас с порогами? Опять Vertex самый низкий получается. Это у нас Garage.Mag, ну я говорю, тачка просто становится для тайм-атеков. Еще один Си-Уэст, Rocket Bunny, Edge, о, ага, и у нас что меняется? Смотрите, у нас задние бампера, диффузор появляется, переднее крыло, заднее крыло, пороги, выхлопная труба. Ну, неплохо, неплохо, это прям, у нас почти фуловый обвес, но спереди, спереди, по идее, вроде как гармонирует с этим, но хрен знает, не буду, короче, это делать. И Rocket Bunny тоже нам, опять же, предлагает. Мы можем поставить. Ну нет, Rocket Bunny я не хочу. Он слишком-слишком надоел уже. Так, ладно, ставлю дальше тогда Garage.Mag, чтобы у нас полностью был обвес в едином стиле сделан. И, конечно же, задние юбочки, точнее, задние крылья. Какие юбочки? Так, Nissan, Си-Уэст, Garage.Mag. Ну, блин, прикольно смотрится, реально прикольно. Rocket Bunny мы не можем посмотреть. Edge... Си-Уэст и Rocket Bunny. Ну, понятно, здесь все ясно. Давайте ставим тогда Garage.Mag. Не будем долго на этом заострять внимание. Итак, тут вот самое интересное. Фонари. Что у нас можно сделать? Просто затонировать и чуть-чуть затонировать. Ну ладно, я тогда оставлю вообще обычный, потому что смысла нет их менять. И багажник, багажник. Можно сделать просто карбоновый, можно просто убрать все значки, типа багажник Rocket Bunny. Давайте, наверное, уберем все значки, сделаем clean look небольшой. И, конечно же, спойлер. Мы можем поставить от Rocket Bunny, можем Vertex Edge, можем Garage.Mag. О, вот это спойлерина огромная. Need for Speed тоже огромная спойлерина. Air Performance, это прям лавочки супер огромные. Я даже не знаю, вообще у нас автомобиль под дрифт, поэтому надо бы поставить огромную лавку, но мне нравится очень DuckTale от Rocket Bunny. Но опять же, для такого автомобиля... Ладно, давайте поставим огромную лавочку Garage.Mag, потому что все-таки автомобиль для дрифта. Задние бампера, Edge есть, есть... О, мы можем Rocket Bunny, кстати, поставить на этот вес. Garage.Mag почему-то несовместим с выхлопной трубой, хоть я ее даже пока еще не трогал.
Нам опять предлагают весь обвес Vertex и C-West. C-West у нас тоже что меняет? Да, C-West почти все меняет. Так, Rocket Bunny, значит, либо Edge. Угу. Либо оставляем Nissan. Давайте сначала выхлопную трубу тогда поменяем, раз нам говорят. Так, Garage-Mac, вот такая выхлопная труба становится. C-West, Edge, Need for Speed, Need for Speed. Довольно странные трубы Need for Speed, опять же, как всегда, но они чем-то такие прикольные. Ну и если мы ставим Edge, то это опять же полный комплект. Ребят, осторожнее, потому что, видите, полные комплекты ставятся, даже если вы просто меняете выхлопную трубу. Поэтому не просрите денег, потому что, ну, их очень легко можно просрать, когда вы случайно нажмете, например, на полный пакет. Так, теперь задний бампер, надеюсь, я могу выбрать. Rocket Bunny. Вот, Garage Mac. Ну это прям другое дело. Вот это теперь похоже на дрифт, это мне нравится. Так, отлично, номерной знак потом как-нибудь подредактируем. Жалко, что диффузоры не открыты, но я их никак и не открою, потому что у нас нету зон дрифтов зон в этом пробной версии. Так, ну что же, давайте тогда поставим диски. Сейчас я пока по задним колесам посмотрю, что у нас больше всего подходит. Ну, вы сами знаете, что я поставлю. Скорее всего, что-нибудь с огромными полками. Либо, хотя машины для дрифта, зачем нам огромные полки делать? Ладно, давайте, может, космис поставить. Вот эти, они довольно неплохо смотрятся на дрифтовых автомобилях. Ну, в целом, да. В целом, неплохо. Так, 15, сэры. Так, что бы еще посмотреть? А, вот она бы, сэры. Космис. Ну, вот такие, кстати, для дрифта тоже неплохие. По-моему, на дрифтом автомобиле тоже хорошо смотрится. Ну, давайте лучше все полистаем. Ворки. Блин, даже не знаю, ладно. Дальше смотрим. Такие, космос. Так, ворки, вот она бы. Да, вот она бы, я что-то там с чем-то другим спутал. Ага, вот эти ворки, кстати, очень хорошо смотрятся тоже на дрифтовых автомобилях. Так, ну это все ясно. Так, Nissan. О, Nismo диски, кстати, блин. Мне они нравятся, ребят. Не знаю почему, но мне эти Nismo диски нравятся. Я их возьму. Они прям топчик смотрятся. Так, и, конечно же, побольше размер делаем дисков. И круто, все очень круто, да. Мне нравится. Даже, наверное, хотя не знаю, может чуть-чуть поменьше их сделать. Диски. Чуть-чуть. Будет смотреться. Ну, в целом, блин, все равно какие-то большие колеса, кажется, я не знаю даже, ладно. Хрен с ним, пусть резина будет потолще, все-таки автомобиль для дрифта, все дела. Так, ну и тут ставим точно такие же дисочки. Где у нас это стоковые ниссановские эти? Ищем Nissan. Где-то прям рядом были, вот они, Nismo диски. Их ставим. И тут размер можно сделать побольше. Все, готово. И ну-ка давайте посмотрим на наш автомобиль, как он смотрится. А, ну прям, по-моему, неплохо. А, уже очень даже хорошо. Осталось только сейчас какой-нибудь винильчик выбрать, ну и сделать все как нужно для дрифта. Посмотреть, что у нас там с настройками подвески, кстати. Так, высота. Самая низкая у нас, развал меньше. А зачем? Ага. Так, тут развал давайте побольше поставим. Такой вот передних колесов. И небольшой развал тоже здесь, просто чтобы тупо держак был во время дрифта, хотя он, в принципе, нам не особо нужен. Давайте тогда вот так вот сделаем подвесочку. И теперь самое интересное. Идем в библиотеку, и тут от сообщества, и посмотрим, что, ребята, что у них тут есть интересного такого. Так, ну вот такой мне винил Most Wanted. Я не знаю, ну вроде бы неплохо смотрится на ней. Но я что-то хочу такое более интересное. Да, ну конечно, можно же сделать машину из Форсажа, да. Почему бы нет, если у нас тачка для дрифта. Почему бы не сделать Мона Лизу? Так, вот тут еще интересное очень, мне видилка нравится. Ну-ка, что здесь? Вот это прям вот жестко. Вот это кайф-каша. Мне очень нравится. Особенно вот это вот дофига наклеек на лабаше, это мне кажется стильно. Ну, для кого-то это не стильно, для кого-то колхоз. Мне прям нравится. И с дисками цвет сочетается. Прям все как надо. Ну, диски, конечно же, можно перекрасить. Ну, в общем, берем вот так вот.
Все, загружено, выходим из гаража, давайте немножко... Блин, жалко, у меня нету сейчас никакого дыма, насколько я помню, да, никакого цепного дыма нету. Да, но зато мы сделаем цвет нитро тогда красный, и неон, а неон только лиловый есть, блин. Это хреново, ну ладно, неон не будем ставить на дрифт автомобиль. Я, конечно, знаю, что в РДС есть люди, у которых стоят на дрифт корчах неон, но... Ладно, все-таки у нас будет такой прям дрифт-корч, такой симпатичненький, красивый, из Nissan Silvia S15 дрифт-корч. Надо чуть-чуть сейчас по аэропорту погонять и посмотреть, как будет эта машина себя вести в дрифте. А, точнее, у нас не аэропорт, а город, это еще круче. У нас сейчас будет нелегальный дрифт прямо в городе. Так, ну, что я могу сказать? Она прям как-то немножко с запозданием реагирует на управление. В целом, я уверен, что так и должно быть. Машина-то внутренняя у нас вообще никак не прокачана. Так. Ну, в целом, уже хорошо себя чувствую. По крайней мере, вот так вот стойки. В общем, дрифт автомобиля, ребят, я считаю то, что в НФСах нельзя делать слишком мощный, потому что потом это все превращается в такое, что им управлять становится невозможно. А тут вот так вот нажал потихонечку на тормоз, и все, и машина спокойно заходит боком в повороты. Оп, немножко пошибали столбы, но в целом, блин, а? Красота, красота, а? Какая же красота! Шикарно. Так, здесь зашли красивенько в поворотик, и вот так вот немножко бочком поездим между автомобилей, чтобы было все круто. И вот тут вот по красоте, ну вот не хватает немножко мощи, чтобы в таком повороте нам боком проходить, но машина себя чувствует очень даже хорошо, и давайте вот здесь вот бочком можно зайти потихонечку с небольшим углом, но в целом в дрифте все это происходит у нас, и вот тут вот тоже в дрифте. В общем, довольно классная машина получилась, как мне кажется, обязательно смотрите ее в следующих сериях прохождения Need for Speed Payback. Ну а будут они буквально вот уже через день. Мы продолжим проходить эту игру. И надеюсь, вы останетесь со мной. И всем огромное спасибо за лайки. С вами был Дима OnePoint. И всем пока-пока, друзья. Wash away your sins, but you were sleeping all day. That's your favorite word.